«Хлеб всему голова». Эта фраза в годы Великой Отечественной войны приобрела особый смысл. С августа 1941 года хлеб выдавали по карточкам. Рабочим первой категории 800 граммов в день, служащим 500, детям и иждивенцам по 400 граммов. Сейчас сложно представить, как наши бабушки и дедушки растягивали маленькие кусочки на несколько дней. И каким тут хлеб был на вкус, ведь готовили его тогда не из белой муки, а из картофельных очистков, коры деревьев и прочих, в прямом смысле, подручных материалов. Люди, прошедшие то страшное время, знают цену каждой буханки, каждой булки. И цена эта измеряется совсем не в рублях и копейках. На площадке перед Владимирским хлебокомбинатом в преддверии Дня Победы установлена военная техника и палатка. В ней дают попробовать хлеб Победы. Акцию завод проводит уже третий год подряд. Роль тыла отмечаем войну. Видите, завод как работал, переполнял планы. 43-й год, 41-й. Статистика говорит о том, что люди работали соответственно и работали на победу. Именно вот это мы хотим донести нашему подрастающему поколению. Экспозиция заинтересовала и представители власти. Попробовать хлеб Победы пришли глава Фрунзенского района Николай Маркин и представители департамента образования. В этом году впервые мы вышли уже за пределы города Владимира и пригласили близлежащие территории. Это Суздальский, Камешковский, Собинский, Судогодский районы, город Радужный, которые тоже присоединились к этой акции. Владимирский хлебокомбинат номер 2, так раньше назывался завод, открылся в 1929 году и был включен в трест «Хлебопродукт». Войной здесь не только выпекали жизненно необходимый продукт, но и собирали деньги на нужды батальона народного ополчения. Порой сами лишали себя порции хлеба, чтобы накормить детей и больных. Существовало 7 рецептов хлеба. Сегодня Владимирский хлебокомбинат выпустил в производство ржаной и забойной муки. Первые посетители его вкус уже оценили. Более вкусный, свежий какой-то. Мне было жалко тех людей, которые тогда страдали, которые были ни в чем не виноваты, то, что на них напали, то, что они все время голодали. У меня было чувство сострадания. Он такой маленько сочный и приятный. Для меня он показался очень жесткий, и это совсем другой вкус. Этот хлеб, вот когда кто-нибудь был очень сильно голод, и он им мог насытиться. Палатку с военным хлебом поставят и 9 мая на площади Победы. Кроме того, такие буханки можно приобрести в фирменных магазинах, в гипермаркете «Глобус» и других магазинах области. Евгения Палагина, Александр Горшков, Губерния 33.